Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» в этом году близится к своему завершению. С наступлением сезона дождей заморозков ремонтировать дороги запрещено. Но уже сейчас можно подвести промежуточные итоги 2021 года. У проекта масштабная цель к 2024 году – обеспечить долю дорожной сети в городских агломерациях не менее 85% и чуть более 40% нормативного состояния дорог в регионе. В Нижегородской области этот показатель выше среднего и составляет 66,39%. В 2021 году. В 2021 году выполняются работы на 123 участках ремонта дорог. На сегодняшний день работы завершены уже полностью на 72 участках ремонта. Активно выполняются работы на остальных участках. И к концу октября в целом программу мы завершим. В этом году в Нижнем Новгороде по проекту «Безопасные и качественные дороги» запланировано привести в нормативное состояние 31 участок автомобильных дорог общей протяженностью 36 километров. Из них 28 участков уже готовы, остальные должны сдать до конца сентября. Стоимость ремонта городских дорог – 1 миллиард 35 миллионов рублей. Также мы установим порядка 2000 новых знаков, 28 новых автобусных павильонов, нанесем разметку термопластиком. По сути, в конце сентября мы все работы закончим. При составлении плана работ по нацпроекту особое внимание уделяется дорогам, ведущим к социально значимым объектам – больницам, школам, детским садам, а также туристическим маршрутам. Екатерина Васильева, Любовь Шапко и Василий Низов. Время новостей.